А вот и август настает, жара немного достает, созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери, доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися по росе и подивись вокруг. Красе, красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 2 августа, день пророка Илии, назван в честь жития и чудес святого пророка Илии. Святого Илия, боговидец и славный ревнитель о Боге, беззаконных царей обличитель, оступившихся от Бога людей наказитель, ложных пророков казнитель, дивный чудотворец, которому повиновались стихии, которого слушало небо, великий угодник Божий. Он до сих пор пребывает во плоти и придет на землю перед вторым пришествием Христовым. Слово его, словно огонь, сильно и действенно. В народе говорили, что на Илью зима с летом борется. Этот день считали поворотом к зиме. На Илью и камень замерзает, и после него уже не купались в водоемах. И если кто купался, то утопленник будет. Подходило время сенокоса и уборки хлебов, а само сено считали наиболее полезным, мол, в сене меда много. И на Ильин день не работали, существовало верование, что святой может наказать человека неурожаем и болезнями. Также считали, что сегодня на белый свет выходят все гады и дикие животные, потому скотину не выпасали и самый меньший куда ходили. Сегодня, согласно распространенной традиции, спали на матрасах, набитой первой соломой на счастье. Радовали и тому, что ночи становились длиннее, а дни короче. Говорили, что кони наедаются, а работник высыпается. Пчеловоды сегодня работали на пасеке, подрезали первые соты, прибирались в ульях. Приметы. Глухой гром на Илью предвещает дождик, а громкий сильный ли. Беспрерывно гром гремит, к дождю с градом. Если утром на небе много облаков, в следующем году будет ранний посев и ранний урожай. Если небо в полдень затянуло, то посев будет обычным. Небо затянуло тучами к вечеру, посев будет поздним, а урожай неважным. Если день будет сухой, то 6 недель будет сухо. Если будет дождь, то идти будет те же 6 недель. После дня Ильи не рекомендовалось есть землянику, чтобы не быть сонливым. Повышает потенцию. Да, повышает. Он укрепляет также и организм слабого человека. Он придает специфический аромат блюдам, чем разжигает аппетит и упитывает тело. Давайте упитаем. Давайте упитаемся. Да? То есть содержание биологически активных веществ повышен в нашем организме. Для этого мы с вами возьмем, это ты уже взяла? Да. Корень сельдерея, кстати, вот у нас кусочек есть один, ага. Я уже чистил, да? Теперь отрезаем еще вот этот кусочек, можно отрезать вот этот. Ну, так, посмотрим. Но он мытый, правильно? Корень, да, этот мытый, угу. Поэтому мы начинаем с ним манипуляции. Чтобы он просто-напросто сначала влез в нашу соковыжималку. Давайте. Итак, морковка у нас лезет. Так. Здесь ну. Побольше можно этого сельдерея. Да, сельдерея можно больше. Половину на половину с морковкой. Лучше всего одну часть сельдерея сока и две части морковного. Ну, а, понятно. Опа. Сколько? И сейчас попробуем. Знаете, у меня пошла вторая волна после вкусия нашего сока с петрушкой. И в этой второй появилась какая-то горчинка. Это очень хорошее качество. Что такое горчинка? Если имеется после вкусия горчинка, это говорит о том, что все циркуляторные процессы, которые идут в организм, они начинают убыстряться. Именно горечь слегка подсушивает наш организм, что угу. полезно для того, чтобы более стройным да. быть. И усиливает все процессы в организме. То есть все будет быстрее идти. А именно циркуляция крови, раз, перистальтика,
лимфы, правильно, перистальтика кишечника. А если у нас улучшается, убыстряется циркуляция лимфы, значит, этот сок, этот продукт способствует тому, что он будет нас лучше очищать. Кстати, все горечи в той или иной степени обладают дезинфицирующими свойствами. Чем больше горечь, тем больше дезинфицирующие свойства в данном продукте. Ну что? Так, значит, вот наши... Ага, ты будешь пробовать? Да, и сравнивать. Давай. Ничего не перепутала? Это мой сок? Угу. Ну, этот явно слаже. Сельдереевый, морковный, явно слаже. О чем говорит вообще сладость? Сладость, именно сладость говорит о том, что этот сок способствует тому, что он питает, усиливает, он полнит. Он вообще содержит очень много биологически активных веществ, и особенно натрия, в 4 больше, чем кальция. И знаешь, чем этот сок теперь отличается от предыдущего? Чем? Дело в том, что в результате варки, в результате приготовления всей пищи на огне, у нас кальций, который имеется в пище, он становится менее активным биологически. И он, как накипь в чайнике, начинает откладываться на стенках сосудов, значит, в желчном пузыре, в почках и так далее. И для того, чтобы его растворить надо, для этого нужен натрий. И натрий не простой, а вот именно биологически активный. И так как много в этом соке натрия, он мощно начинает вот эту вот растворяющую работу, с помощью которой очищает печень, почки и наши сосуды от отложений кальция. Угу. Сама знаешь, вот трубочку берешь, иногда там в самовар или еще где-нибудь, а она вот так вот вся покрыта стенкой. Да, вот, да, да. Вот то же самое примерно у нас может происходить. От термической пищи, поэтому эти соки промывают пищу. Наши сосуды. Откуда эта пища берется? Хлеб. Дрожжи. Дрожжи даже не берем. Не в этом дело. Хлеб. Просто термически обработаем. Угу. Допустим, борщичок, там, прочие там плюшки. Что там еще? Ну, легче перечислить, что не обработано термически. Вот. Все, что у нас не сварено или не запечено, все, что сварено, запечено, значит, у нас этот кальций стал недоступен для организма. Значит, он там может спокойно где-то отложиться и в камушек превратиться. Спасибо большое за открытие корня петрушки. Потрясающе вкусно и очень ароматно. А то, что это так полезно, меня, конечно, очень радует. Спасибо, Геннадий Петрович. На этом программу мы заканчиваем. Доброго вам, здоровья! Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!